Всем привет, ребят! Ну что, у нас очередная новая рубрика, очередная десяточка, которую вы все так давно ждали. А что такое десяточка? Многие не знают, что это такое, что это творится. Это аккаунт, который я прокачиваю, а потом уже разыгрываю между подписчиков, которые участвуют в конкурсах. Как получить этот аккаунт? У вас будет отдельное видео, вы это все увидите. Аккаунт качается с минимальным донатом на английском Android сервере. В итоге мы собираем практически всех героев. Если хотите увидеть, можете посмотреть, найти плейлист «Ак за десятку» на английском сервере, предыдущий, и там вы увидите, какой же там все-таки трэш у нас делается, как мы собираем героев, что я делаю. Как я дохожу там до Минотавра, у меня уже весь алтарь практически фуловый, там, кроме разрухи, потому что разруха идет дальше, как бы, ну, бессмысленно его собирать. В общем, английский Android сервер, все как всегда, ну, и у нас сегодня куча плюх, ребят, которые вы видите. У меня уже есть сразу же топовые герои, мы потратили, по сути, 30 баксов, то есть $30 у нас ушло на то, что вы сейчас увидите. Ну, с вас, конечно же, лайки. Если вам нравится эта рубрика, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать видосики, участвуйте в конкурсах, и, возможно, вам повезет выиграть этот аккаунт. Надо будет, кстати, посмотреть, что там делается на аккаунте предыдущем. Окей, let's go. Видите, да? 3 лазули. Вы думаете, что это все, типа, вау. Круто, кучу плюх, которые мы будем открывать, но это не все. Смотрите внимательно, ребят, Осмо уже есть на аккаунте, 3 лазули, но это не, это еще опять же не все, это не весь трэш, у нас места не хватает все забрать. Там у нас и скины, давайте увеличим, потому что нам тут много всего открывать надо будет. Пишите в комментах, что вы хотите видеть в данной рубрике, как прокачиваю, что как делаю, потому что этот аккаунт собирается, в среднем один аккаунт собирается месяц. То есть где-то плюс-минус так у нас по времени уходит на это все. Бывает немножко больше, там полтора месяца, ну максимум 2 месяца. Так, дособирали скины. Как видите, нулевой аккаунт, то есть на нем ничего такого нет. Только начало пути. Пишите в комментах, как мы его назовем. Или также оставим десяточка. Так, отлично. Ну, как видите, начальный аккаунт, а расходнички уже просто кайф. 700 слизней есть. Итак. То, что я вам говорил, давайте поехали, открываем. Бум. Уже 2 таких топовых героя есть. Как видите, уже 3-й день пошел, то есть я его немножко раньше... Вот я еще раньше создал, я не забирал плюшки. За дни это будем забирать все потом. Такс. У нас тут интересного есть, ну такое все. Коробочки уже на 9 есть рунки. Ну что, приступим. Первое, вот это самое дорогое, скажем так, в игре, что есть, и самое выгодное, это брать и открывать вот такие вот сундуки. Если вы донат и у вас есть возможность, всегда ориентируйтесь на них. С ними вы получите дофигища ресурсов, сэкономите дофигища денег и прокачаете неплохо свой аккаунт. Поехали. Первое. Отсюда в основном самое ценное — это камешки на прокачку 11-12 скиллов и камешки на прокачку таланта. Ну и конечно же коробки. Ну и конечно же карты, ребятушки. Поехали дальше. Следующие, вторые. Что мы тут имеем? Ну, отсюда
грубая сила, третья карта, но опять же ресурсы на прокачку героя, поехали. Отлично, карта одна есть. Еще одна. Пишите в комментах, как вы хотите, чтобы я открыл карты, потом открыл, или сейчас. Ну, то есть сразу же открывал, потому что у нас очень быстро будут прибавляться герои. И, наверное, сегодня я открою их сразу, а потом мы можем просто потрешивать. Ну, просто в чем прикол? Вот уже 10 карт у нас есть. С них падают вот такие вот герои. Мы можем их и купить, а можем выбить отсюда. Покупать не надо будет. Ну, как повторки, они однозначно нужны будут. Так, это были у нас какие? Четвертые сундуки. Тут у нас падают камешки на прокачку смотрителей. И также самые топовые эмблемки SO и Pact. Точнее, талантики. Ну и, конечно же, коробки и все разные расходники. Так, поехали дальше. Топовые для прокачки прорывов и прокачки скинов. Ой, не, скинов, скины же отсюда не падают. Отсюда падают коробочки и чары. И книжки, конечно, для прокачки. А можем создать этот аккаунт. Есть идея создать его как, опять же, как и основа здесь, которая есть. И тестировать героев, нападать, то есть герои против. Можно так сделать. Могу вам прокачивать в день по одному герою, делать серию, там, допустим, донат и прокачка героя, и рассказывать вам сразу же герои, какие возможности, что, как его качать. То есть пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Это будет наглядное пособие сразу же, аккаунты, которые развиваются сразу же по героям. Так, окей. Есть, открыли все. Так, что у нас есть? 30 сумочек, отсюда мы можем получить скины. Скины уже у нас некоторые есть. Давайте их. Опа! И вуаля! То, что я вам сказал, что покажу. У нас есть, ребятушки, еще уже и Роза, и Огник. Их раздавали за один пак. Ну, соответственно, почему бы и не забрать? За двадцатку я собрал вот таких вот героев. Я считаю, это просто... просто топчик. Вот так вот. Как вам? Как вам этот алтарь? Жестко, да? Давайте немножко. Вот смотрите, уже 119 коробок. Не успели. Бейхрилева. Кому поставим Бейхрилева? На Пейнду. Так. Ну, тут можно, знаете, тут можно очень много трешевать. Потому что тут все, что хочешь, скажем так, есть. И запариваться вот насчет талантиков точно не стоит. То есть тут можно за раз расставить всем героям пятерки. О, ничего себе. Просто сегодня прет. Ладно. Ставим это на потом. Это ж у нас не все. Поехали дальше. Поехали прокачаем немножко скины. Вот так вот сразу же 10-й. Тут то же самое. То есть, чем мне нравится английский сервер, здесь, как обычно, полный трэш. Так, отлично. Поехали. Итого, что мы имеем с имбовых героев на сегодня, что у нас уже есть. Раз, два, три, четыре героя, ребят. Четыре неплохих героя. Так, еще нам плюхи дают. Можно же сразу же. Улучшать постройки, которых у нас нет, по сути. Тоже прикольно. Улучшаем постройки, которых просто нет. Эта хрень будет выскакивать. Время.
Так, ну вроде все с этим разобрались. Вау, ну ничего себе, нам открыли возможность проходить волны, ребят. Топчик. Короче, очередной злобный аккаунт на английском сервере. Ну что, как вам? Талантики уже некоторые есть. 179 коробок. Поехали дальше. Поехали трешевать. Поехали дальше прокачиваться. Что у нас по космо получилось? Ну, фигня, в принципе, скин еще получили, но мы его и так уже прокачали. Давайте дальше. Так, отлично. Неплохо так силу качнули. Мне это нравится. Рика силы. Чисто со скином. Ничего себе, они дают паки тут. А уже все, ребята, я понял вас. Открывают нам все, что хочешь. Плохо, что нельзя вот отключать это все. Обучалку. Все? Все. Красавчики. Так, ну что, поехали. Давайте откроем. Вдруг ремка. Разбросик. Ну, до этого мы дойдем. Тут будут восьмые эмблемки, как обычно. Так, ну что, вторые карты. Поехали. Бум. А у нас нету места. Вот так вот. Обломались. Давайте увеличим. Делаем прибавочку. Поехали. Тык. Хранитель. Еще один недостающий герой. Ворожая, ребятушки. Просто обалдеть. Ронин. Нифига себе падает. Еще один Ронин повторочка. Тесочка и бум, сердцеедка. Так, отлично. Отлично просто. Вот зашел, да, там потратил 15 минут и уже по сути топовые герои есть для нормальной игры. Вот это называется нормальный сервер для хорошей игры. Так, я что там, по-моему, два Ронина открыл. Или это мне показалось? Не, все нормально, все good. Супер просто. Вот что значит сервер. Ничего себе, с замедлением сразу упал. Бастион, бастион, бастион. Кому же поставить бастион? Поставим сюда. Просто, просто нечто, ребят. Еще один баст. Ко времени можно так поставить. Короче, прет сегодня на этих. Вот так вот. Эти карты я оставлю. Напишите в комментах, что будем делать. Копить, не копить. Открывать, не открывать. Ставьте лайки руками-ногами. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.